Полиция утверждает, что в столичное отделение были доставлены 20 человек. Представители оппозиции говорят, что реальное число задержанных втрое больше. Только по официальным данным, за два предыдущих протестных дня в Москве было задержано более 700 человек. В Санкт-Петербурге порядка 300. Мы граждане, внимание! Накануне появились сообщения о ремонтных работах на площади Революции, где на субботу запланирован митинг оппозиции. Московская мэрия обещает завершить эти работы сегодня, но предупреждает, субботний митинг за честные выборы будет разогнан, если на него придет больше 300 человек. Именно столько участников указано в заявке, которую одобрили власти. Если это условие будет нарушено, то организаторам митинга грозит штраф или арест на 15 суток.